Ассаляму алейкум, дорогие мусульмане! Хвала Аллаху, Творцу Вселенной! Просим Аллаха даровать еще больше благословения и почета самому лучшему созданию пророку Мухаммаду. А также приветствуем всех пророков и посланников от Адама до Мухаммада. Мир им всем! Сегодня мы поговорим про суфизм и как достичь этого пути благочестивых людей, которые стараются во всем следовать учению и личному примеру самого лучшего человека на свете, пророка Мухаммада. Он учил нас правильно смотреть на эту жизнь, использовать то, что нам дано, так, чтобы получить больше.